Более 60 работ талантливых девушек, членов Союза художников Беларуси, согрели своим теплом в морозный день выставочный зал областного общественно-культурного центра. Оксана Евдокименко, Оксана Гайдукович и Екатерина Сумарева задумали совместный проект еще полтора года назад. Идея показалась интересной всем трем девушкам. Мы люди, которые ездим по симпозиуму. То есть на очередном симпозиуме, это был Могилевский международный симпозиум, мы решили, что мы можем выставиться вместе. Есть какие-то препятствия, дороги, транспортировки, но все это надо, так сказать, забыть и попробовать сделать выставку. Потому что у нас, в принципе, у троих, хоть и разные совершенно пути, и творческие, и жизненные, у нас объединяет одно кредо. Мы все фанаты искусства. То есть мы любим творчество, мы в нем живем, и это наше кредо. Поэтому нам было легко найти название, линию какую-то, траектория движения, траектория руху, траектория нашей жизни. Вначале еще было непонятно, где именно будет это проходить выставка. Но я очень рада, что в итоге эта выставка получилась в Бресте, в Брестском выставочном зале. Потому что вот лично для меня это повод приехать в ваш чудесный город, где я первый раз, где я ни разу не была. И художники – это такие люди, которые видятся очень редко. Ну, это еще один повод увидеть вот своих хороших друзей. Брещанка Оксана Гайдукович, минчанка Катерина Сумарева и могилевчанка Оксана Евдокименко – товарищи по цеху художников, окончившие одну альма-матер – Белорусскую академию искусств, ставшие профессионалами в различных сферах изобразительного искусства и заявившие о себе в полный голос на многочисленных региональных и республиканских выставках. В траектории руху сплелись геометрический цветовой хаос, фигуративная живопись и полосато-градиентные мысли. Кстати, последнее направление будет понятно любому, кто решит погрузиться в мир искусства. В общем-то, это условный, так скажем, пейзаж. Но я называю субъективный пейзаж. Но, в общем-то, я не хотела бы, чтобы это как-то привязывалось к каким-то географическим точкам. Это все равно, это какие-то внутренние переживания, это эмоции. Это все же не про материальный мир, это про мир каких-то вот впечатлений. На вернисаже представитель управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан отметил высокий уровень полотен и пожелал, чтобы эта выставка придала творческим траекториям авторов движение вперед и вверх. В нашем городе Бресте существуют различные арт-пространства, где можно представить, презентовать свои работы. Но именно в этом зале, в этом замечательном прекрасном зале всегда презентуются те работы, самого высокого уровня и самого высокого класса. И это сейчас очень чувствуется. Я думаю, все, кто прошли, посмотрев, ознакомившись с этими работами, согласятся с вами, что это очень высокий уровень членов Союза художников Беларуси. Да? И каждая работа, она какую-то свою философию, свою мысль несет. Поэтому спасибо вам большое, что вы позволили нам ознакомиться с ними. Я думаю, что она вызовет интерес не только для тех, кто пришли на открытие, но и для жителей города Бреста. Оценить более 60 полотен, изображающих эйфорию, день и ночь, встречи и воспоминания, пограничное состояние и многие другие эмоции и впечатления трех белорусских художников можно будет до 22 декабря в выставочном зале областного общественно-культурного центра. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания «Бук-ТВ».